скажіть ваше відношення до виробників дронів камікадзе, які знищують український народ і допомагають агресору Гітлеру 21-го століття? Я вважаю, що прокляття це буде нескінченне на їх сім'ї, ті люди, які створюють це, понятно, оружие і направляють проти мирних людей в Україні. І я вважаю, що не тільки прокляття, они еще свою получат в любом случае. Мы чем можем, мы будем стараться даже жертвовать всем, чем есть на сегодняшний день, своей безопасности всем, для того, чтобы доказать, что мы не боимся, мы хотим бороться, и мы должны прекратить это все. С боку религии, как вы считаете, как будут оценены дії вашего керівництва духовного, что они помогают агрессору знищувати цивільне населення? В исламе вообще запрещается полностью все, что убивает людей, и тем более массовые. Это считается больше грех, чем тот, те считают там спиртные и так далее. Это все ерунда. Самое вот убийство людей, это в исламе считается самый большой грех, и это запрещено. Ну и скажите, как уважают ваша спільнота иранская, цивилизованная украинская, как они называют Путина? Они Путина, на нем проклятия очень много, они называют его хуйло. Путин, хуйло, Путин, хуйло, Путин, хуйло, Путин, хуйло, Хамени, хуйло. Хойло! 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 Слава Україні! Героям!